Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас на нашей второй передаче о закулисных событиях Эбола эпидемии. Сегодня мы осветим тот факт, что США уже с 2010 года имеет патент на Эбола вирус. Вначале мы дадим краткий обзор происходящего. В марте этого года была заявлена о вспышке Эбола эпидемии в Гвинее, в Западной Африке. С тех пор Всемирная организация здравоохранения установила меры по борьбе с эпидемией, и 8 августа было введено международное чрезвычайное положение в связи с эпидемией лихорадки. Одновременно через средства массовой информации была распространена новость о том, что уже в сентябре американское правительство планирует опробовать на людях вакцину против эбола вируса, так как первые тесты, проведенные на обезьянах, якобы прошли успешно. Эксперты ВОЗ после совещания с медицинскими диантологами объявили, что в связи со свирепствующей эпидемией в Западной Африки применение неопробованного на людях медикамента оправдано. Однако при этом в СМИ мало освещены следующие факты о том, что допущенные без клинических испытаний новый медикамент Зимеп – это не обычная вакцина, а искусственно произведенный коктейль антител. Применение такого рода антител против какого-либо вируса, как и его клинические испытания, еще ни разу не были успешными. Мэпбио Американская фармацевтическая компания, производящая препарат ЗИМЭП, на своей интернет-странице опубликовала информацию о том, что она не несет ответственности за последствия применения медикамента. На странице опубликовано, что назначение этого препарата остается на усмотрение лечащего врача. Он самостоятельно должен решить, давать пострадавшим пациентам экспериментальный препарат или нет. Процесс изготовления ЗИМЭП был финансирован Пентагоном Военным министерством Америки. Пентагон также принимал участие в разработке и финансировании препарата ТКМ Эбола, которым якобы имеет потенциал лечить вирус Эбола и другие болезни тем, что блокирует гены, возбуждающие болезнь. Как такое возможно, что правительство США уже в сентябре 2014 года имеет возможность проводить тесты с вакциной против Эбола вируса? Это происходит только потому, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США CDC уже с 2010 года имеют патент на определенный тип вируса Эбола. К тому же в документации патента отмечается, что правительство США требует признания права собственности на все Эбола-вирусы. Они требуют особой охраны патента на лечение инфицированных вакциной людей. На практике это означает, что никакому другому государству не разрешается работать над вакциной и лечить пациентов, зараженных эболорихорадкой. Кроме всего прочего, привлекает внимание то, что именно CDC ответственна за так называемое доказательство эболовируса в Африке. Вряд ли это можно назвать случайностью. Поэтому возникает вопрос, действительно ли речь идет о борьбе с эпидемией, как этого заявляет ВОЗ. Напрашиваются двоякие выводы. Первое, что США заботятся не о здоровье людей в Западной Африке, а, вероятнее всего, о будущей многомиллиардной наживе, для США и ее фармацевтических компаний. И второе. Бесплатное тестирование новых медикаментов непосредственно на человеке. Оставайтесь вместе с нами. Вскоре мы еще раз заглянем за кулисы Эбола-лихорадки. Доброго вам вечера.